Мы на канале Непоседы. Сегодня мы будем разукрашивать сумку. Покажи ее. Вот такой вот. Угу. Кролик. Ну, открывай. Написано, что есть там краски и кисть. Посмотрим. Обманули. Одни краски. Ну-ка. Написано. Так. Сюрприз внутри еще написано. Супер интересно и полезно. Краски и кисточки в наборе. Ну-ка. Может быть там? Наверное. Еще и сюрприз обещали. Давай посмотрим. Может... Красок, конечно, немного. 3 штучки всего лишь. Ну и что там положили? Ух ты! Раскраска, что ли, какая-то? Да. Ну-ка, дай я... Так, и кисточка, и кисточка. Так, давайте посмотрим с вами, ребята. Найди и посчитай всех животных на картинке и раскрась их. Ага, задание на внимательность. По одному потом им займемся. И кисточка все-таки, да? Здорово, не обманули, значит. Вот еще у нее и закрывашка. Тонюсенькая такая. Ну, у нас если что, есть потолще. Опа. Ну, все, открывай краски. Так, что мы будем интересное делать с этим? Разукрашивать? Ну, это интересно, каким цветом сейчас придумаем. Я всего 3 цвета. Ой. Тебе помочь? По-моему, с другой стороны открывается. Давай я помню. А, ну все. Сразу 3 цвета. Так. Красный самый яркий, мне кажется. Да, они все красивые. Красота. Оп. Угу. Так. Лучше тоненькой. Ты решила уже, что чем будешь раскрашивать? Да. А тут и вода-то не нужна. Только споласкивать кисточку. Сердечки, ну конечно же, они у нас красные. Еще макай. Здорово. Мы первый раз взяли сумку раскрашивать. Ангелин, ты будешь с ней потом ходить? Наверное. Может, и тебе дам поносить. О, я с удовольствием похожу с ним. По улице. Угу. Или на шоу-модель. Думаю, тебе надо взять. Интересно, как на меня посмотрят. Много, конечно, мне не получишь. Ну, ничего тут больше особого нет. Здорово. Ну как, по сумке сложнее рисовать, чем на листе? Да. Она ее кажется, шили. Надо, да? Ну, конечно, шили. Она же вот из ткани. А из чего? Не написали. Будем догадываться. Из ниток. Мешковина как будто какая-то. Для картошки. Уже третий я закончила. Они такие красивые. Угу. Покажи уже нашим ребятам, что ты там раскрасила, а то им не видно, не видать.
Ага. Красота какая. Супер. Продолжаем. Больше воды, мне кажется, надо. Тогда будет проще раскрашивать. Подожди. Ребята, а вы когда-нибудь рисовали вот так вот рисунок, раскрашивали на сумке? Напишите нам в комментариях, нам интересно. Мы вот первый раз такое увидели, что даже сумку можно себе самим разукрасить и ходить. Может, любую можно сумку? Не понимаю. Я думаю, не стоит любую. Особенно мамину. Да-да, не стоит. Мамину особенно. А маминой не получится, потому что там материал другой. Дождь или снег, быстро все смоется. Можно же вентилятор поменять. В смысле, с собой вентилятор носить? Да нет, чтобы высушить. Так а пока дойдешь до дома, уже весь рисунок смоется. Подожди. А чего ты ждешь? Что вода набиралась. Да. Ну тут хорошо тоненькую кисточку положили. Тут, в принципе, толще и не надо. Наверное, надо было с самого зайца начать. Потому что сейчас ты замараешься. Нет? Как ты думаешь? Нет, сердечки-то по бокам. Не, ну просто когда ты будешь зайца раскрашивать, залезешь рукой в сердечки. Вот я не понимаю, тут не положили серый цвет. Как мы будем зайку? Обычно он белым остается. Зайцы же бывают и белые, они же не только серые. Он серенький так. Он будет вот таким, какой есть. Мы только раскрасим глазки, носик, ротик. И бантики. И все. Бантик. А где бантики? Это шторки. Я думала, это его бантик. Ее. Я думаю, синенькие будут. Синенький бантик. Ну да, то все красным не раскрасишь. Насыщенные цвета такие хорошие, прям яркие. Еще надо краски. Ой, сколько? Ого. Сейчас Ангелина там накрасит. Еще краски надо. Сейчас тут еще у меня осталось. Ну, уже лучше выглядит кролик, да? Симпатичнее. Зайка. Зайка, ну пусть будет зайка. Я думаю, будет глазки желтые. Желтые. Желтые глаза. Интересный заяц с желтыми глазами. А ты плохо. Ну, зато у тебя зеленые, слушай, получились глаза. Потому что ты не промыла синий. Смотри, как здорово. Ух ты! А давай правда будем смешать. Смешивать, угу. Да? Ну, здесь мы что можем получить? Фиолетовый цвет из красного и синего. Потом зеленый можем получить из синего и желтого. Так, и можем... Так, оранжевый еще можем. Желтый. Но ты туда-то сильно не это. Ой. Синий получается. Боже. Ты зря в синий макнула. О, вот. Классно. Давай покажем ребятам зеленые глаза наши. Обворожительные. Класс, да, ребят? Видите, у нас получился еще один цвет. Так, ты еще говорил, хорошо. Какой можно? Хорошо, давай приколоскаем. Какой ты сказал, еще можно сделать?
Розовый можно? Надо не тут смешивать. Надо взять тогда палитру и перемешивать цвета. Ты говорила, розовый можно сделать тут? Розовый не получится, у нас белого нет. Можно оранжевый сделать. А как оранжевый сделать? Желтый с красным. Ну подожди, я сейчас принесу палитру, и мы с тобой перемешаем. Так, какой будет здесь? Да, туда желтый ты берешь. Побольше, чтоб надолго хватило, да? А ты много будешь оранжевым делать? Ну, например, цветочки тут есть, я ими могу оранжевым сделать. Угу. Все, теперь красным туда добавляй. А можно, знаешь, взять вообще другую кисточку и ей накладывать. Ой. Еще желтого надо, другой кисточкой, чтобы не марать. Это, например. Да. Да можно и не мочить, они же жидкие. Да, желтый, да? Угу. О, вот оранжевый. Уже получил. Ты ее тоже заморала. Так. А красным что мы сделаем красным? Тогда. Сейчас мы еще желтый добавим. Из-за того, что там немножко зеленый, вообще непонятный цвет получается. Ну, вроде уже похож на оранжевый. Вот я пока красным что-нибудь придумываю. Вот что мы намешаем. Все, можешь раскрашивать. Так, что я хотела там? Бантик, да? Бантики. Ты еще не забывай про сам желтый, очень красивый, яркий цвет. Знаю, знаю. Водички добавить нам еще. Ну и второй бантик, наверное, тоже надо оранжевым. Ты хотела разными. Хотела разными. Ну ладно. Твоя сумка, тебе с ней ходить. И тебе? Ну нет. Лучше прополоскаю, у тебя какой-то оранжевый опять получается. Вот. Это теперь уже не желтый, непонятный цвет какой-то. Так красиво. Желто-оранжевый. Вот теперь красно-желтый. Чуть-чуть. Ну, куда я прополоскаю? Ну-ка. Во, супер. Вот у меня желтый, у тебя опять оранжевый, ничего не пойму. Так. Все? Это шторы. Ротик, вон это, да. Язычок, носик. Можно тоже желтеньким. Интересный у тебя заяц. А, у него золотой чучек. Ну, ты возьми нормальную кисточку, эту положи в баночку, а эту правой рукой возьми. Ты решила двумя руками порисовать. У тебя неплохо получается. Все, остались бабочки и цветы, да? А можно шторы еще раскрасить? Ну да, только шторы какими? Красными можно. Хотя все у меня почти... Так, можно другой цвет смешать. Можно красный с синим перемешать. Цветочки. Серединки, как правило, не желтые. Да. И а сами цветочки бывают разные. Да.
А зеленые выпадают? Какие ты хочешь? Ну, зеленые я не видела цветы. Я знаю, что вот можешь хоть синим, хоть красным. У тебя вариантов, конечно, не особо много. И оранжевый у тебя еще есть. Ну что, каким? Так, цветочки. А какие еще бывают цвета? Цвета? Ну, из этого можно. Фиолетовый нас... только мы можем сделать. А какой можно сделать? Красный с синим перемешать. Давай я лучше опять этой же кисточкой сделаю. И синий тоже сделаю. Тебе не мешаю. Так, пока какой-то грязный синий получается. Так. Красный. Я пока тут бабочку. Такие рисую. Ой, какой-то коричневый получился. Черный какой-то. Наверное, не получится у нас. Красный, наверное. Если бы розовый был, тогда было бы поинтереснее. А теперь уже я не знаю, исправим ли мы цвет. Нет. Какой-то коричневый получается. Прям такой древесный. Все, фиолетовый отпадает, Ангелин. Ну, хотя бы коричневый. Да коричневый неинтересно будет как-то. Например, зайку можно коричневую. Не, мне кажется, не надо. А шторы? Пусть зайка белым останется. А шторы, ну давай... Знаешь, как можно сделать? Например... А, где бантик желтый у тебя, ту шторку раскрасить оранжевым. А где бантик оранжевый, желтым шторку раскрасить. Поменять как бы. Чтоб они не сливались. Как ты думаешь? Интересно так будет? Ну, можно и так попробовать. Ты так и не решила, каким цветом у тебя цветочки будут? Или они тоже белые будут? Я пока еще не решила. Я бабочки тут рисую. Рисуй пока бабочек. Ну, кажется, желтого мало у нас на рисунке, да? Ой-ой-ой. Супер цвета пошли. Опять зеленый. Опять зеленый. Ну, тоже хорошо. Бабочек бывает зеленый. Да, бабочки разные бывают, особенно тропические. Они вообще очень красивые, разноцветные. Так, тут еще нет оранжевого бабочек. Но у меня одинаковые. Так, как... Какие цветы? Давай еще раз попробуем фиолетовый сделать. Ты еще хочешь попробовать? Ну, так. Давай. Так, какой там надо было красный и синий, да? Мы сделаем много красного и чуть-чуть синего. Почему? Может, тогда получится? Да, обычно первый очень много, а последний очень мало бывает. О, какая красная вода. О, какая вода у нас краснючая. Кровь там. Угу. Ну-ка. Немножко вроде добавила, все равно как-то. И такой красивый. Да где же он красивый? Это цветы, представляешь, вот такого цвета? Не, не подходит. Давай водой, может быть, разбавить надо. Вода же у нас была фиолетовая. Нет.
Может, еще красного? Ох, мы с тобой химичим тут. О, коричневый. Какой-то коричневый, да. Хороший коричневый. Но коричневый нам не нужен. Ладно, все, с фиолетовым давай завязывать. Цветы. Ты можешь их вообще каждый разными цветами. Один красный, другой, допустим, какой. Цветов, конечно, у нас не особо много. Синим тоже как-то не очень. Кстати, а можно один белый? Тут у нас... Да, один белый можно оставить. У нас три. У нас три. И три цвета. Так у нас серединки желтые. Что, цветок будет желтый весь? Один белый тогда можно сделать. А, знаешь, как можно? Один оранжевый. Да. Или я думала серединку оранжевую сделать. Как решишь, так и будет. Тебе ж ходить с этой сумочкой. И тебе. Так, это, наверное, оранжевый. Так у нас оранжевый. Оранжевый вот хорошо у нас получился, скажи же. Прям как будто таким и был. Ты больше краски воды добавляй. Чем насыщеннее, тем лучше, ярче. А красно-оранжевым что это будет? Какой цвет? Красный с оранжевым? Ну, если будет много красного, то красный будет. Если будет немножко красного, будет просто поярче оранжевый. Будет такой красно-оранжевый цвет. Вообще говорят красно-оранжевый. Красота. Так. Ну, а третий? Синий. Синий. Синий василек. Только он, конечно, не такой яркий, но будет яркий у нас даже. Цветы все равно бывают яркие. Бывают, конечно. Они поэтому красивые. И поэтому, если чем ярче, чем красивее. Ну да, согласна с тобой. Еще надо краски добавить. Так, остались у нас шторы. Я не решила, что там будет у нас. Что будет со шторами? Оранжевый и желтый, да, ты? А если шторы нам сделать коричневые? Давай попробуем. Или это будет не очень? Проще. Слушай, если его размазать, очень даже симпатичный цвет получается. Ну, больше воды добавляй. Это эксперимент, так сказать. Ну ты что-то вообще измельчила. Возьми вот эту кисточку. Так, это вот сюда, да? Угу. Теперь аккуратно, а то она как намажет сейчас тебе. Так мы с шторами быстро закончим. Да, то этой мелкой так вообще мы будем долго сидеть даже. Наши ребята уснут. Пока мы тут рисуем. Да. Так вот. Ты разберешь, где шторка? Ну вот, смотрите, у нас еще и получилось... познавательно. Мы посмешивали цвета, потому что их всего три было. То что, три цвета, это неинтересно. Конечно. Поэтому мы вышли. Кстати, а вот тут вот можно желтым сделать. Ну, как будто там цвет же, как будто там
Ну, да. Свет это как будто бы. Интересная мысль. Давай хорошо только прополоскаем. У нас опять вода грязная. Это уже тоненькое надо, да? Тут маленькие щели. Поэтому большой. Ну, бери тогда. Ты хорошо вот так выводил какой-то? А то видишь сейчас, что будет? Там уже не желтый, а какой-то бледно-зеленый получается. Во. Больше краски. Не воды, а вот именно краску бери. И вот мы выходим на финишную прямую. Все, финишная прямая. Что-то у тебя там желтого-то и не получилось особо. Все, энтузиазм закончился, да? Так, что-то там не получается желтым. Жаль, что у нас нету белого, да? Мы сделали розовый вот тут вот. Ушки. Ну да. Ну а так что теперь? Что есть? Да, где будем гулять вот так. Тюрюрюрю. Так и будем гулять. Все. Покажи ребятам сумку еще раз. Угу. Вот такая сумка у нас получилась. Ну-ка, примерь. А какая модная. И так пойдешь гулять? Да? Наверное. Ну все, отправляйся за покупками. А ребятам скажи пока-пока. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Непоседы. Пока-пока.